Я не знаю, что там наверх в России. Доповедал я буду российскую? Докладывать. Далее, гуманитарная катастрофа однозначно внутри, в городе, потому что заехать продукты питания, лекарства. И сказали, мы не бросим убитых. Чтобы вы поняли, в городе валяются трупы на дорогах, тротуарах. Просто валяются трупы. Их никто не убирает. Российских солдат и граждан Украины. Всех. Это толпы. То есть не толпы, извините. Я не могу про людей сказать кучи. Я не могу найти русское слово правильное. Я просто не знаю, как это сказать российскому. Да. Понимаете? Вот это страшно выглядит. Составляются списки. Наши ребята составляли списки, военные ребята, все, кто в полоннице, в плену, да, все, кто в плену.